Портал FB.ru расскажет о упражнении «Мельница» от складок жира на спине и подвисающего жира на животе. Упражнение простое в выполнении, но очень важно выполнять его правильно. Только в этом случае от него будет толк. Благодаря этому упражнению отлично прорабатываются мышцы спины и живота, поэтому его можно использовать в качестве тренировки этих зон. Но тут стоит отметить, чтобы эффект от упражнения действительно был, выполнять его следует грамотно. Просто наклоны с маханием рук малоэффективны. Встаньте в исходное положение. Руки разведите в стороны. Ноги поставьте на ширине плеч. Наклонитесь вперед так, чтобы тело и ноги образовали прямой угол. Обязательно напрягите мышцы живота. Далее поверните корпус тела вправо и левой рукой пытайтесь достать до правой ступни. Задержитесь в таком положении на 5-7 секунд. Важно правую руку в тот момент тянуть вверх, а левую вниз, к ступне. Далее корпус тела поверните влево и правой рукой попытайтесь достать до ступни левой ноги. Также тяните руки, правую вниз, а левую вверх. Задержитесь на 5-7 секунд. Посмотрите на картинке. Галочкой я указала, как правильно делать, а крестиком, как неправильно. Корпус должен немного поворачиваться вместе с руками. Выполняйте данное упражнение по 25-30 раз на каждую сторону. И не забывайте, что смена питания – это первостепенное для снижения веса и избавления от жира. Без уменьшения потребления калорий похудеть, пожалуй, невозможно. А как худели вы? Давайте обсудим в комментариях. Материал подготовлен порталом fb.ru. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал.